Луна убывает. Первое полное затмение за 100 лет, а? Этот район уже эвакуирован. Как насчет вон того? Мимоза? Клаус? Я нашла потерявшегося ребенка. Что? Это маленькая девочка. Мне кажется, я видел ее раньше. Сейчас это не важно. Я голодна. Бедный ребенок, ты была разлучена со своими родителями? Но не волнуйся. Мы позаботимся о твоей безопасности. Дай мне немного еды. Если ты пойдешь в эвакуационный центр, там есть некоторые аварийные припасы. Просто будь немного терпеливее. Аварийные припасы? Вам, людям, на все плевать. Ты, око полуночного солнца. Мы где-то встречались. В таком случае вам немного повезло. Немногие из тех, кто встречается со мной, доживают до того, чтобы увидеть меня снова. Я голодна. Держись, маленькая девочка. Сначала мы должны победить этого парня. Затем мы отведем тебя в эвакуационный центр, хорошо? Вы насекомые будете. Какая плохая шутка. Ты думаешь, что сможешь победить такого, как я? Тебе лучше уйти с дороги прямо сейчас. Что? Маленькая девочка, ложись. Я умираю с голоду. Если ты собираешься помешать Чарми поесть, мне все равно, кто ты. Ты пойдешь на дно. Что это за магическая сила? Просто кто эта девушка? Я думал, что это будет скучная миссия. Похоже, все стало намного веселее. ありがとうございます。
Чисто бегу!